Просвещенные апостолом, первохристиане похоронили тело учителя ниже по течению реки и сохранили память о месте его погребения. Впоследствии здесь был построен небольшой крестово-купольный трехапсидный храм Симона Канонита, освященный в его честь. Считается, что под спудом этой старой церкви покоится тело Симона Канонита. Православная церковь празднует День памяти святого апостола Симона Канонита 23 мая. В этот день в храме проводится божественная литургия и совершается крестный ход. Сегодня это центр Нового Афона, вокруг шумит современный город, однако вблизи храма сохраняется благоговейная тишина. Этот памятник древнего зодчества был сооружен на рубеже 7 и 8 веков из местного белого известняка. Храм неоднократно разрушался завоевателями, приходил в запустение, но неизменно восстанавливался и освящался благодатью Божией. К югу от храма находилось монастырское кладбище, но в советское время оно было уничтожено. При раскопках несколько лет назад были расчищены фундаменты южного и северного притворов, а также несколько гробниц. Сейчас, как и в XIX веке, храм относится к Новоафонскому мужскому монастырю, является действующим, но внутри его уже несколько лет ведутся археологические работы.